Вот вручаем вам памятку, чтобы вам напоминало о соблюдении требований правил пожарной безопасности. Как правильно использовать электроприборы и газовое оборудование, жителям частного сектора напоминают сотрудники МЧС. Виктор Косилов рассказывает, за исправностью газового котла и проводки следит тщательно. Я всю проводку поменял давно уже на медную. Медь лучше проводит электричество, чем алюминий. Да и понадежнее оно. Профилактические рейды МЧС проводят регулярно. Жителям раздают специальные памятки и напоминают об основных правилах безопасности. По официальным данным, с начала отопительного сезона в Самаре произошло 934 пожара. Пострадали 35 человек. Чаще всего причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем, а также неправильное использование электроприборов. Люди включают в одну розетку много бытовых приборов, происходит перегрузка. Советы, то есть не оставлять ни в коем случае без присмотра электрические приборы, если это не предусмотрено инструкцией завода-изготовителя. Также особое внимание обратить на количество приборов, включенных в одну сеть, ну и за исправность самих электрических приборов. Профилактические рейды в Самаре сотрудники МЧС будут проводить еженедельно. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.